Привет, подписчики канала и все, кто смотрит это видео. Сейчас у нас лежит SSD от Samsung 860 EVO. Простите, что я ее уже открыл. Мне пришлось это сделать, потому что мне вот так вот приплюснули коробочку очень неплохо. И я решил это все быстро проверить, чтобы не попасть, скажем так, на мою SSD-шку. Видите, даже вот эту вот пластиковую штуку так вот ушатали, скажем так. К счастью, она хоть в пластике была, SSD-шка, и с ней, в принципе, ничего не случилось. Вот так она лежала. Здесь у нас была вот такая вот пломба. Вот, видите, наклейка была. В принципе, на коробочке ничего такого особенного нету. 5 лет гарантии. Сама серия написана. И здесь у нас есть на русском языке подробную информацию, бла-бла-бла. Прочитайте вот, собственно, по адресу. Вот, еще у нас здесь вот такая вот инструкция, точнее гарантийный талон и инструкция тоже заклеена вот такой вот пломбой, но это, собственно, нам не сильно интересно. И, собственно, вот сама SSD-шка, такая вот SATA интерфейс, естественно, SATA 3, на 256 гигабайтов. В принципе, если вкратце сказать, что нового в этой SSD-шке, то здесь поменяли память, то есть память здесь с более высокой плотностью, то есть можно на один чип засунуть больше объем. В принципе, по скоростям то же самое, поменяли здесь сам контроллер. Давайте же сразу перейдем к тестам с помощью программки Crystal Disk Mark. Чтобы вас не томить, я сделаю здесь паузу и сразу покажу результаты, а также открою программу под названием SSDZ. Как мы видим, параметры записи у нас просели, в моем случае это 475.9, обещанная скорость была около 520. В программе SSDZ представлена техническая информация, температура, количество записанных данных, также прошивка и так далее. Все это вы можете посмотреть на экране. А я желаю вам хорошего дня, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы, пишите свои комментарии, рассказывайте друзьям. До скорого! А также подпишитесь на наш Инстаграм и группу ВКонтакте.